На территории 10-й школы построят автогородок. Правила дорожного движения с малышами будут закреплять на практике. Когда малышу, первокласснику, третьекласснику фактически создадут те условия, которые он встречает в жизни в нашем городе, то, конечно, будет легче преодолеть все эти вопросы и сохранить жизнь. Кормильцы. Профессиональный праздник сегодня в округе отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Я родился в семье и вырос, где занимались сельским хозяйством. Работать в команде. Поздравляем коллектив автоколонны 1792 с специальным репортажем о предприятии. Добрый день. Остановили всю коробку? Да, коробку обстановили, обкатали ее. Завтра автобус на линию уходит? Да, да, все, завтра выйдет. Научиться рисовать. Во Всемирный день художника пишем пейзаж и дарим идею о подарке.